Полиглоту 20 лет. На открытии нового офиса в Адлере прошла презентация учебного центра, который сегодня оправдывает свое название. Здесь обучают 16 языкам, которые очень востребованы во всем мире. А начиналось все 20 лет назад, вспоминает основатель и руководитель центра Нина Шигонина, которая сама владеет тремя языками. Такую любовь к знаниям ей привела мать, педагог с 35-летним стажем. Тогда в полиглоте главными учениками были дети, в том числе и дети самой Нины Викторовны. Сегодня один из них, сын Павел, сам преподает в полиглоте, обучая иностранным языкам как детей, так и взрослых. Традиция, династия. Надеюсь, у меня сын тоже появился уже 6 месяцев. Надеюсь, то, что он тоже продолжит мою династию, тоже будет учить английский в нашей школе и тоже может возглавить один из филиалов. Преемственность поколений есть и среди учеников полиглота. Обучаться в этот центр порой приходят целыми семьями, начинают по традиции с самых маленьких. Можем сказать, что мы по-английски считаем лучше, чем по-русски. Успехи достигаем. Мы большое спасибо преподавателям, заниматься очень хорошо с ними. Дети с удовольствием всегда идут у нас в занятия. Мы захотели китайским заниматься. Очень нравится, очень нам и ребенку. Хорошие успехи сразу. Уже все так в детской форме, доступно. Профессиональные преподаватели обучают своих учеников, начиная с элементарных грамматических и лексических конструкций до знания иностранного в совершенстве. В полиглоте помимо самых популярных языков обучают и турецкому, китайскому, японскому, финскому, ивриту, арабскому и греческому. Я, имея лицензию, могу заключать сама контракты с ведущими университетами мира, такими как Оксфорд, Кембридж, Харвард, Лондон. Мы ежегодно выезжаем со своими студентами на обучение в эти колледжи ведущие, по окончанию которых можно сдать международный тест IELTS или TOEFL и поступать уже, учиться непосредственно в этих университетах. Ведь границы, масштабы какие приобретаются правильно. Welcome to our educational center Polyglot. Преподаватели учебного центра «Полиглот» в Адлере приглашают всех желающих на обучение по адресу улица Кирова, 56А, торгово-офисный центр «Даниэль». Телефоны 25-25-404 и 918-305-61-77. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.